Будьте благословены во имя Иисуса Христа. В самом начале я хочу от души поздравить всех наших дорогих мамочек с этим чудесным праздником, Днем Мамы. Спасибо, мамочки, что вы у нас есть. Спасибо вам за то, что вы дали нам жизнь. Спасибо за то, что вы здесь. Вообще, мы, мужчины, делаем многое ради женщин, но женщины украшают нашу жизнь. Спасибо вам за все. Хочу также приветствовать наших студентов, которые вернулись. Спасибо вам. Мы скучали за вами. Хочу сказать всех, кто нас смотрит онлайн, когда-то это дети, они только плакали, и мамы их утешали. Сейчас они поют. Скажите слава Богу. А это значит, что мамы их чему-то их научили. И что-то важное вложили в них. Поэтому пойте, как соловьи, дальше. И будьте благословенны. Спасибо вам за то, что вы есть. Я сегодня желаю проповедовать на тему «Мудрая жена и мать». Мудрая жена и мать. Тема очень интересная. У нас в основном женщины здесь мудрые. Я правильно говорю? Я думаю, так, на всякий случай, вдруг кто-то что-то услышит важное для себя. А тем более в праздник. Поэтому, друзья мои, мудрая жена и мать, будьте благословенны, наши мамочки. Все это непросто, но это возможно. И это то, что Бог предлагает каждому из нас. Почему очень важно быть мудрой женой? Первый вопрос, на который я хотел бы ответить. Смотрите, как говорит Библия об этом. «Мудрая жена устрояет дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Удивительные способности. Она может устроить дом, и она может его что сделать? Разрушить. Для тех, кто не знает, приблизительно 70% успеха в браке зависит от наших дорогих жен. Мудрая устрояет свой дом. И это не просто так, а если устрояет, то это здорово, и это результат больших усилий, труда над самим собой и над окружающими. Будьте благословенны и будьте мудры. Запомните, что успех нашей семейной жизни, он не в красоте, не в материальных благах, а именно он в мудрости. Согласны с этим вы этим или нет? Именно в мудрости. Мудрость – это то, что трудно увидеть. В основном это невидимое качество. Но жизнь показывает, есть ли она у нас или нет. Наблюдайте внимательно за собою. Как мы можем научиться мудрости? Вы хотите это услышать? Да или нет? Смотрите, что говорит Библия по этому поводу. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Начало мудрости – страх Господень. И вы можете сейчас проверить свое сердце, есть он у вас или нет. Если вы ведете себя одинаково, что в церкви, что дома, что на работе, то он у вас есть. То есть, другими словами, вы ходите не перед людьми, а
перед Богом. Начало мудрости – страх Господень. То есть это не просто количество знаний, чтобы стать мудрым, но именно это действительно начало всех начал, все исходит от страха Божия. Поэтому целью наших мам, жен и женщин должно быть одно – это приобретение чего? Мудрости. Не гонитесь за красотой, но ищите мудрости. Аминь. Результат наших взаимоотношений зависит часто от наших приоритетов. Поэтому я хочу на это тоже обратить ваше внимание. Чему мы отдаем приоритет нашей жизни и чему важно отдавать? Первое, какие правильные приоритеты в нашей жизни – это Бог и наши отношения с Ним. Честно сказать, что мы иногда мало этому уделяем внимания. Только потому, что мы мало любим Бога. Поэтому, придя сюда, я тоже говорил: Господи, прости меня, что я тебя мало люблю, я хочу больше. А как вы? Это моя вертикальная связь. Она мне жизненно необходима. Почему? Библия говорит так: я есть лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Слышим мы это послание уже десятки раз, сотни раз. Но тем не менее, нам трудно понять вот эту вещь или это слово: ибо без меня не можете делать ничего. Нам кажется, что мы кое-что можем. И если у человека есть вертикальная связь, то все остальное приложится вам. То есть оно будет у вас. Вы меня слышите? Ну, например, Бог есть любовь. И если вы любите Бога, то эта любовь будет изливаться в вашу жизнь и сердце. А если это будет, то вы будете покрывать любовью и мужа, и детей, и окружающих. Аллилуйя! Очень жаль, что люди уделяют много внимания суете, другим делам. У них даже больше времени хватает для себя, для здорового питания. Это неплохо. Но есть ли у тебя время для Бога? Вот в чем секрет успешной, благословенной жизни. Поэтому смотрите, Библия говорит: ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. То есть Царство Божье, Библия говорит, оно есть в вас внутри. И что это такое? Это мир, праведность, радость и любовь во Святом Духе. И если вы это имеете, вы всем обладаете, а остальное Бог ниспошлет вам. Будьте благословенны, я искренне желаю, чтобы вы это имели в своей жизни. И поэтому обращайте на это внимание, очень серьезное. Да, нам хочется что-то поменять в доме, поменять мужа, но вначале восстанови твои взаимоотношения с Господом Богом. Тебе будет легче, у тебя получится, ибо без Бога мы не можем делать ничего. Братья мои, друзья и сестры, находите места, где вы можете уединиться с Богом. Оградите себя для Бога,
и расскажите ему все. Библия говорит, ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец, видящий тайное, воздаст тебе что? Явно. Скажите, пожалуйста, стоит ли кого-либо исправлять его жизнь и поведение, если мы сами далеки от Бога? Подумайте об этом. Это все очень и очень серьезно. Поэтому, как бы ни вели себя по отношению к вам другие люди, ваша первостепенная обязанность – привести в порядок ваше сердце. И когда здесь есть порядок, то он будет и в доме, и в семье, и в жизни. Когда здесь нету порядка в сердце, можно мечтать. Можно убирать дом с утра до вечера, и вряд ли он станет лучше. Все начинается здесь. Итак, какой приоритет номер один? Это наши отношения с Богом. Да? Аминь. Следующий момент, о чем я хотел бы поговорить с вами, это второй приоритет – это муж. Мужья, вы здесь? Я думаю, что у вас чуть-чуть настроение поднялось. Я хочу просто еще больше ее вам поднять. То есть семья – это не я, а мое мне. Лишь бы мне было хорошо. Гордость отравляет отношения и разрушает жизнь. Я никогда не сомневаюсь, в принципе, в том, что молодые люди, которые женятся, выходят замуж, они любят друг друга. Но где начинаются проблемы? Они еще немножко себя любят. И от этих выборов зависит успех семейной жизни. Итак, приоритет номер два – это муж. Вообще, что значит выйти замуж? Встань, пожалуйста. Ты тоже так как-то рядом. Просто развернись вот туда, встань, вот так смотри. А ты стать за ним. О, не так, не так. Вот так. Если кто-то хочет стать на ее место, нет проблем. Но я хочу просто вам показать то, что я делаю во время бракосочетаний, чтобы все вы увидели, а то не все туда приходят, что значит быть что? Замужем. Выйти замуж – это значит быть замужем. Девчонки, если вы не собираетесь стать замужем, то вам лучше не выходить замуж. За мужем. За мужем. Это сейчас, можно сказать, трудно для нашего понимания. Но надо стать за мужем, а не впереди. Его, да или нет? Почему важно быть за мужем? Это в первую очередь, чтобы получить благословение и защиту. Иди сюда, не бойся. Дай микрофон. Попробуй. Нет, ты нормально так. Ты сейчас как бы в нападении. Но ты хочешь наказать или чуть-чуть боль причинить не ему, а тому человеку, кто сзади. Попробуй. Он будет защищаться или нет? Попробуй. Защищается? Ладно, садитесь.
Мне хочется кричать, если бы наши жены, наши мамочки поняли это сегодня, жизнь бы семейная и церковная была совершенно другая. Вы здесь? Дальше хочу вам сказать очень важную мысль. Она состоит в том, молодые люди, что Бог все сделал так, чтобы нам было хорошо. И если я должна, как жена или там, должна быть замужем, то поймите меня правильно, это у Бога нету цели вас унизить, а вас благословить и помочь. Как жаль, что многие этого не понимают и разрушают, отравляют свою жизнь. Я часто спрашивал у студентов, и могу вас спросить, что легче, руководить или подчиняться? Ну, смело отвечайте. Не слышу. Короче, кому что. Да я хочу вам сказать, что подчиняться намного легче, чем руководить. Почему? Потому что ответственности намного больше. Поэтому быть впереди мужа для женщин, для жен – это невыносимая ноша. И чтобы пожалеть наших жен, они должны стать за мужем. Потому что если много руководителей дома, а такое тоже бывает, там будет хаос, там никогда не будет порядка. Порядок, уют пребывают только там, где есть руководитель и есть подчиненные. Итак, второй приоритет какой, я сказал? Это муж. Это муж. Что очень важно для жизни наших жен и матерей? Вы хотите это услышать? Да или нет? Смотрите, Библия говорит следующее нам. Так же и вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слов приобретаемы были. Как это возможно? Когда не увидят ваше чистое, богобоязненное, что? Житие или просто жизнь. Итак, уважаемые сестры, каким мужьям мы должны подчиняться? Своим, чужим, кто это заслужил? Или своим? Но большинство склоняется, что своим. Скажу честно, это трудно, но жизненно необходимо, если вы желаете блага себе. Через нас и вашу жизнь должен исходить свет. Один муж мне сказал так, я только тогда начал меняться, когда увидел перемены в моей жене. Я сам начал меняться. Представьте себе, без слов приобретаемые были. Представьте вот эту тишину в доме, без слов. Трудно представить. А мы с утра до вечера одно старание. Словами. Словами. Изменить и помочь. Но запомните, чем больше любви у вас, тем меньше слов. И чем больше любви у вас, тем разговор будет тише. Но так хочется все мужу подсказать, исправить, просто подучить, ну,
Университет закончила. Христианка, пою в хоре, должен слушать. Вроде бы неплохо. И мы часто говорим, ты же верующий. Но так говорить нельзя. Помните, что наш язык – это одна из самых таких грязных, можно сказать, частей нашего тела. Берегите ваши уста. Если вам что-то не нравится в муже, правда такое бывает? Бывает или нет? Говорите это Богу, а не мужу. Мы все своими словами хотим приобретать, а надо без слов. Чтобы без слов приобретаемы были. Последнее, чтобы убедить вас жить в радости и в счастье, хочу сказать вам следующее, дорогие бабочки и жены. Не покоряясь мужу, вы не покоряетесь Богу. А это очень серьезно. Проверяйте свою жизнь. Ищите Бога всем сердцем вашим, и вы увидите, что будет Бог делать в ваших судьбах и сердцах. Если вы заметили, я много говорю об отношениях. И это бесценно в твоей и моей судьбе. Берегите, укрепляйте и словами, и делами. Запомните, разрушать большого ума не надо. Разрушать не строить. А чтобы строить, надо вкладывать себя. Надо умирать для своей гордыни. Надо жить победоносной жизнью. И так, не покоряясь мужу, вы не покоряетесь Богу. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Вот представьте себе таких жен. Повинуются мужьям, как Господу. Ангелы дома. Ангелы дома живут. Разве это не чудесно? Обратите на это внимание. Итак, я читаю, жены, повинуйте своим мужьям. Поднимите руку, кто это делает. Спасибо. Да я хочу вас ободрить, жены, слушайте. Я хочу вас ободрить, это вам идет. Это вам к лицу, это вам красиво и прилично. И именно ваши отношения с мужьями вашими отразятся на детях ваших и на окружающих вас. Скажи, я люблю тебя. Я скучаю по тебе. Ну, скажите, не бойтесь. Встречайте, провожайте друг друга с любовью, с улыбкой. Будьте мудры, и когда вы просто провожаете кого-либо или встречаете, говорите, я так ждала тебя. То есть должно быть любовь и принятие, а не упреки или зло. Только добро порождает что? Добро. И слава Богу, что доброту невозможно раздать. Она постоянно возвращается. Слава Богу, светло тому, кто носит в себе солнце. Тепло тому, кто излучает свет. Запомните, жизнь имеет смысл только тогда, когда ты живешь не для себя,
а для других. Как многие заняты самим собою. Но есть новая жизнь в Иисусе Христе. Я благословляю вас так жить. Следующий приоритет – это наши дети. Говорят, это наше будущее. Правда или нет? Итак, наши дети. Как мы относимся к нашим детям? Со злобой, с претензиями или с любовью и принятием? Мой совет вам – не кричать надо на них, а молиться за них. Это и вас успокоит, и проблему решит. Слава Христу! Поэтому обратите на это внимание. Наши дети. Библия говорит, и вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Если мы их только осуждаем, на кого мы работаем? Вообще 80% детей воспитывают мамы, а виноваты часто их мужья, что плохо воспитали. Поэтому будьте благословенны. Я вас вдохновляю жить новой жизнью. Просто просите прощения друг у друга. И прощайте. Это вам жизненно необходимо. Это как воздух. Это то, что носит, приносит нам жизнь. Когда дети наши взрослеют, послушайте, они уже не так добры, не так нежны. И они как никогда нуждаются в нашей поддержке, в помощи и в любви. Запомните, что дети от Бога, и за них у нас спросит Бог. Итак, приоритет номер 3 – это наши дети. Это наши дети. Уважаемые жены, бабочки, когда ваш сын или дочь говорит вам, что я ухожу на учебу, или на работу, или это муж ваш, бросьте все и благословите его. Вы меня слышите? Бросьте все, остановите все. И просто поддержите и благословите его. Следующая моя мысль, какой приоритет очень важен в нашей жизни. Четвертый – это наша духовная и физическая атмосфера в доме. То есть все зависит от атмосферы. Это может быть атмосфера покоя, созидания или критики, постоянных придирок и требований. Я всегда это говорю, ваши мужья и дети, они бегут домой или из дому. Там, где присутствует здоровая атмосфера, уют и покой, туда все бегут и взрослые, и дети. Поймите, наш дом очень ценен. Там должен быть порядок, а не хаос. И тогда жизнь ваша, иначе жизнь ваша вам не будет в радость. Дом – это то место, куда мы можем прийти и отдохнуть и духом, и душою, и телом. Во имя Иисуса – отдыхая, вы будете крепче и сильнее. И вы сможете послужить благословением для окружающих. И последний приоритет – это жена. Извиняюсь, сестры дорогие, я, может быть, немножко вас обижаю, но я просто хочу, чтобы вы очень и очень были благословены. И вот смотрите, поведение жены. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее. Муж и что делает?
хвалит ее. Итак, я назвал 5 приоритетов. Я надеюсь, что вы их запомните. Это Бог, это муж, это дети, дом и жена. Поэтому одна женщина, просто мама, рассказывала мне и говорила следующее. У меня было мое «я» на первом месте. Поэтому дома я ничего не созидала, а только что разрушала. То, уважаемые сестры, станьте за мужем. Даже если вы вышли замуж лет 5-10 назад, будьте замужем и сегодня. Станьте за мужем. И запомните, Бог нас благословляет, только если мы на своем месте. Поэтому это правильное место. Женщины, хочу вас ободрить и утешить. Многие переживают, а вдруг на голову сядет. Не бойся. Дорогая, делай то, что ты должна делать. А остальное, что будет делать кто? Бог. Запомните, уважаемые мамы и жены, только Бог может сделать вас счастливыми, ибо без Бога мы не можем делать что? Ничего. Поэтому мы сейчас идем к молитве. Я прошу вас, ищите этой вертикальной связи с Богом. И ваша личная жизнь изменится, и семейная тоже. Менять надо не работу, не мужей, но Бога искать надо. Бога искать надо. И чтобы не причинять боль другим, надо иметь страх Божий и мудрость. И все. Видите, как все просто. Библия говорит... И мы с этим соглашаемся, и практическая жизнь тоже. Помните, счастливый тот, кто счастлив дома. Поэтому дома не должно быть никакой войны, никаких военных действий, ни вражды, ни войны. Запомните, человек, который устал и пришел с работы даже, усталому трудно сопротивляться греху. Поэтому, уважаемые наши мамочки, жены, повинуйтесь. Повинуйтесь. Почему? Потому что именно наше неповиновение разжигает все скандалы и конфликты. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слов приобретаемы были. Скажу честно, если бы было легко повиноваться, об этом не было бы написано здесь, и я бы не проповедовал об этом сегодня. Но я знаю, что это нелегко. Особенно мамам или женам, которые питают свои амбиции. Есть разные подходы. Может быть, это классная работа, что вы зарабатываете больше в 2 раза своего мужа. Представьте себе, как надо сочувствовать таким мужикам. Это все очень серьезно. Или вы закончили университет. Это неплохо. Но это не значит, что ты должна стать впереди мужа. Вы меня слышите? И запомните, именно наше отношение к Библии, оно показывает нашу любовь к Богу. Как мы любим Бога? Библия говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди, то есть исполняйте мое слово. И запомните, когда любишь, легко подчиняться. Поэтому еще раз прошу, приобретайте мудрость. Первыми Адам и Ева
сделавши грех, не послушали Бога. Помните Еву? И после этого, можно сказать, уважаемые христиане, все громче и громче звучит вот этот такой сигнал равноправия, что в семейной жизни должно быть равноправие. Это одна из основных причин, почему браки трясет, почему браки разрушаются. Поэтому, друзья мои, представьте себе вот такую ситуацию. Овца ведет пастуха. Правда, картинка хорошая? Но такое бывает. Пастух должен вести овцу. Поэтому я хочу, чтобы вы просто еще раз пересмотрели свою жизнь. Запомните, уважаемые жены, когда вы сделали однажды выбор свой в пользу вашего мужа, у вас больше выборов нет. Вы это однажды сделали. Поэтому теперь делайте то, что вам необходимо делать и что очень важно для вас. Я надеюсь, вы меня понимаете. Еще хочу обратить ваше внимание на Христа и самарянку. Вот смотрите, самарянка, не имея мудрости, можно сказать, разрушила 5 браков. Если не больше, что дальше? Одно разрушение, один хаос. Она не знала Бога. Она не знала, как строить правильное взаимоотношение. И вот смотрите, что происходит. Одна встреча с Иисусом изменила всю ее жизнь. И вы знаете, о чем обычно такие женщины просят? Она просила, как бы, дай мне пить. А Христос говорит ей, как бы я образно говорю, покорись, и потекут реки воды живой. Дай мне пить. Но что ты готова дать, чтобы эти руки, реки воды живой текли в твою жизнь и к другим? Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущим жизнь вечную». Женщина говорит, «Господин, дай мне этой воды». А Господин говорит, «Покорись всем своим сердцем во имя Иисуса». Мы сейчас будем молиться. Я еще одну маму вспомнил, женщину или жену, которая пришла к Иисусу. И зная то, что ее ожидает, она принесла лавастровый сосуд и разбила у его ног и помазала ноги Иисуса. Она отдала ему все. Она отдала ему все самое дорогое. Поэтому запомните, уважаемые женщины, девушки, алавастровый сосуд – это то, что было в каждой девушке до брака. И она хранила это как самую большую драгоценность. И только перед брачной ночью помазывали этих девушек миром с алавастрового сосуда. И тогда строилась или начиналась уже семейная жизнь. Девушка это ценила. Но та, которая пришла к Христу, она разбила все это у ног Иисуса. Она как бы сказала, я твоя, я даю все это тебе. И она так много сделала, что Христос сказал, где только будет проповедано Евангелие, будет сказано о ней и о том, что она сделала. Сегодня, уважаемые христиане, Христос – твой жених.
Еще раз, Христос ваш жених. И Он будет восполнять ваши нужды и заботиться о тебе каждый день. Запомните, одно слово Бога может изменить любую ситуацию. А можно сказать, одна встреча с Богом изменит всю твою жизнь. Да будет имя Бога благословенно. Давайте мы встанем для молитвы. Мы будем молиться, поклоняться Богу. Молитесь за себя. Молитесь друг за друга. И если кто-то сегодня желает свою жизнь отдать Христу, открыть свое сердце для Иисуса, покаявшись пред Ним, вы можете это сделать сегодня. Просто идите к Нему, как домой. Просто бегите к Нему. Будьте готовы все отдать, самое дорогое, ваше сердце, а остальное вашей судьбе и жизни сделает Бог. Запомните, самая большая победа в нашей жизни – это победа над собой. Оставляя неверие, идите к Богу. И то, что не в состоянии сделать для вас человек, сделает Бог. Поклоняемся, молимся и благодарим Бога за все.